Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что вот эта вот сама такая болезненность расставания, того, что вам тяжело, ну, мужчину, да, тяжело связано с определенными конфликтами внутренними у вас. Вот. И в первую очередь, наверное, решать нужно вот эти, конфликт в первую очередь. Потому что, да, вам грустно, нормально испытывать грусть, когда происходит расставание, потому что это, ну, не самый позитивный промежуток жизни человека. Вот. Но я думаю, что тяжесть связана все же с некоторыми вашими конфликтами, связанными вот непосредственно с вашей проблематикой, скажем так. И поисследовать этот момент, ну, наверное, было бы крайне важно. Вот. Например, какое значение человек для вас имел, да? Допустим, как вы относитесь к, ну, к расставанию, да, вот. А может быть, вы ведете себя не совсем, ну, искренне с ним, да, то есть вот, может быть, вы, ну, относитесь к человеку немножечко вот не так, как вам, ну, как вам хотелось бы, да, то есть, ну, чувствуете, что ситуация не совсем искренняя, как бы. Вот. И, соответственно, здесь могут быть различные варианты, конечно же. И, соответственно, с этим можно уже работать. Вот. От эмоций избавляться полностью не стоит, но вот поисследовать, посмотреть, разгрузить вас вполне себе реально. Вот. Ну и привычка, безусловно, подкорректировать некоторое поведение тоже очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.